стесняется. Только что ходил, все нормально. Глаза закрой, руки вперед. Можете сказать, вот вы сели за руль в нетрезвом виде? Я не помню. А, просто не помните, настолько пьяные были, да? Я не пьяный, я просто не помню. Одна промилле. А это что, мало? Мало. Еще вы... не промилле, там миллиграмм на литр. Промилле-то у вас две получается. Там другие измерения, да? Там миллиграмм на литр. Ну, все равно мало. Два промилле это мало? Да. Так прошло 5 часов с момента ДТП. Ну, ну недопустимо. Подожди, тебе говорят. Да. Отвратительно. Я не знаю вообще, зачем это делать. Последствия, вот к чему приводит неминуемое. Если себя не жалко, хотя бы других, то пожалеть. Заведной машины. Есть листочек на краю. Да ладно, машину, себя главное. И других, которые переходят дорогу, так же едут. Мы частенько вот так же ездим с детьми. Вот, а что можно ожидать вот от таких?